Всем привет, с вами Чану ВВ, и мой друг Тимур мне написал: возьми Биг Фангер, а карта рыгать. Рогонёк, вот наш рогонёк, а вот тут еще ежедневный вызов рогонёк. Давайте это попроходим, давайте тогда это ежедневную миссию. Поехали, падаем. Так, стоп, мне не треснуться как бы. Уи! Давай. Едем. Осторожно. Очень осторожно. Уи! Падаем. Вот, блин. Вот это я плотно приземлился. Так. Давай. Так. Осторожно. Ни хрена себе. 3 километра надо проехать и 600 метров. А у меня уже почти 600. Значит... просто 3 километра осталось. Вот и все. Так. Такое это Тимур говорит: ты еще не устал выкладывать видосиков? Я говорю такой: в смысле? Нет. Так заржало то, что я чуть не оглох. Так. Летим. Нифига себе у нас сумасшедшее время. Так. Осторожно едем, очень осторожно. Давай. Забирай топливо. Использую газ. Давай. Так. Channel Вова должен справиться с рогоньком. Рыгать. Прикольное, как Тимур придумал. Я согласился, короче, это... возьми Биг Фангер, а карта рыгать. Ладно, рогонёк, можно сказать. Падаем. В смысле? Ни хрена себе я приземлился. Я уже забыл нас. Стойте, у меня скоро топливо заканчивается. Стойте. Забирай топливо. Поехали, давай. Давай, ты справишься, Биг Фангуршка. Летим. Давай. Использую газ. Летим. А что это такое за... это синяя штучка. Что-то мне на него не хочется наступать. Так. Осторожно, давайте, осторожно. Забираю топливо. Использую газ. Летим. Давай. Фух, чуть на синюю штуковину чуть не наступил. Летим! Уи, давай. Давайте. Едем. Забираю топливо. И еще топливо. О, ребята, это же... использую газ. Фух, чуть не наступил на эту жижу вонючую. Использую газ. Летим. Давай. Только осторожно надо поехать. Так. Осторожно. Так. Ай, блин, у меня скоро топливо заканчивается. Использую газ. Так. Приземляемся. Очень это тепленько. Так, у меня новый рекорд. Это, если что, я проходил еще. Так. А вот это ежедневную миссию нет. Уи, падаем. Осторожно. Ай, блин, у меня топливо заканчивается. Мы взяли топливо. Использую газ. Летим. Сейчас, погодите. Едем. Давай. Так. Использую газ. Воу. Все, я ежедневную миссию выполнил. А ну-ка, погодите. А что, если я это наступлю на синюю жижу? Что получится здесь? Так. Погодите. А где жижа синяя? О, вот она. Посмотрим, что получится. А, я понял, что получится. Хорошо, что я хотя бы сам не наступил. Короче, ребят, давайте будем на это заканчивать. Все, подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии. Всем пока!